Сейчас я вам покажу. Сейчас, так, мои дорогие гости, ебать я уёбище, блядь. Ебать я уёбище. Блядь. Есть фокус, брат. Сейчас, секунду. Блядь, ебаный телефон! Ёбаный с ней. Все. Смотрите, у меня есть гости. Он не сам для себя снял этот дом. Так подарки будем сейчас. Это Юлия. Юлия. Женя, Руслан, Алиночка. О, хорош, что уместил. Как ты туда залез? Как ты туда залез, Йосип? Прыгай, брат. Не надо! Не надо! Ну в GTA прыгай, говорю. Сейчас, дорогие гости, сейчас все будет. Только для того, чтобы было, надо, чтобы кто-то что-то сделал. А что мы будем делать? Открыть на туалет. Берите куртки, пойдем, я вам покажу, где все. Блядь, я все покажу. Разбулись. Заново обуваться, да? Я возьму мою куртку. Парирули. Пойдем в туалет? А он на улице? Да, на улице. Вилла, на улице туалет, да. Я не знаю. Курточки повесили. Бери, пойдем. Как нога твоя? Дай руку. Как нога твоя? Хорошо. Было. Было, пока мне Юля не наступила на палец. Это подарок, что ли? Смотрите. Тут, вот туалет. Ура, все, уходите. А вот тут уборная. Ну, не уборная, а тут-то вешалки, все, вы можете тут оставить свои куртки. Гардеробная. Гардеробная. А для этого курточки? Да. А вы думали... Я оделась. Саня взял колонку. Все есть, Вадим. Пакеты с детьми. Так, бассейн хотите посмотреть? Да. Вы купальники взяли? Да. Вон там бассейн слева. Даже, меня там интернет не ловит. Он с подогревом. Конечно, есть. Яныч, ёбаный синич, блядь. Пора рули парирам. Блядь, чё, Артур, у тебя так телефон лагает. Не, он зависает у тебя, понял? А не, всё. Чат, вас не зависает? Надеюсь, они не упали. Что, давайте всё расставим? Расставляю. Давайте. Так. Так, хорошо. We need some help. Так, что это у нас? У нас какой-то резюка. Так, хорошо. О, смачно. Сейчас мы будем все готовить. Так, сидите здесь. Надеюсь, там ничего не падает. Сайт скрыть можно? Что? Да, айкос можно. Так. Ничего не лагает. Так, это алкоголь. Это то, мне нужны стаканчики. Короче, подарки складывайте лучше вон там в углу. Ага.
А дед приедет? Все приедут. Чтобы он сам не попарил опять. Да, дед хорошо парит. А, так, что у нас здесь? Это у нас мусор. Вот у нас все стаканчики. Так, мы хотим, короче, сделать шведский стол. Мы сейчас сделаем вот так. Да. Бери вот это все. Давай. И ставь в центр. Вот это вот все-все-все? Да. В центр стола? Да. У меня ручек не падает. Я знаю. Включи сапчат мне. Короче, вот это наш стол. Короче, мы смотрите, как придумали. Алина, Юля предложила идею сделать шведский стол. То бишь, мы просто ставим еду и стаканчики, и с кружками. Да. Типа, в нормальных местах будет тратничество, и в одноразовых будет просто будете налаживать себя. И все. Окей? Окей. Это открывать надо. Как доехали? Кайфом. Бля, вы быстро добрались. Я думал, мы еще будем час-два ждать типов. Я еще два раза успела уснуть. Вверх по дороге. Это тоже час типа, да? Да, мы легли два и посмотрели с Харькова на поезд. Бля, вы так, вы приехали из Харькова и быстрее, чем надо. Ну типа, пиздец. Это круто. Ну так мы же к тебе ехали. Мы еще дома заправились. А как вы его нашли? Он нас нашел. Он нас нашел. Так, я думаю, что вот эти я заберу на бирпонг. Ага. У нас будет бирпонг. А может большие лучше на бирпонг? Вот эти? Да. Давай, лучше эти. Просто маленькие недолго попадать будут. Так. Это на бирпонг. Что ты, ищешь что спиздить? Поесть? Я рассматриваю территорию. Так, хорошо. Салфетки. И вот эту хуйню. Эти булочки. Ребята, я не привык, чтобы гости все делали на день рождения. Я хочу сам все делать. Мы хотим тебе помочь. Да? Чуть-чуть. Не, ну, день рождения я от помощи не отказываюсь. Давай. А во сколько ты родился? 11.45, 4,5 килограмма. Ого, тут ты прям... Меня мама рождала 6 дней. Это как? Это по чуть-чуть вылазил? Я бы уже послалась. Я сказала, ладно, вылазь сам, я пойду. Куда ты пойдешь? Я вылажу с утробы. С твоей утробы вылажу. Ты похудел. Да, похудел. Да? За неделю? Очень, да. За неделю похудеть можно? Если серьезно. Может, я просто в рубашке, она меня немножечко... Говорят, что если человек родился в первую часть дня, то он жаворонок. А если во вторую, то он собака. Та херня. А если в третью, то он пиздала, блядь. Я не знаю таких. Может, еще по гороскопу там? А кто-то по гороскопу? Скорпион. А, скорпион, да. Ну да, конечно. Отвратительные люди, скорпион. Давай сюда. Давай. Ручки у тебя неумелые, надо потренировать немножко. У меня есть приборы для тренировки. Так что ты сипаешься? Не, я просто уворачиваюсь. Так удар смягчается. Боишься? Да. Окей, это все вот здесь мы оставим, вот так. Чисто под... Не, ну не понимаю. Артур, а можешь поездку подключить, пожалуйста? Да. Ну да, ну, подготовим. А, бля, это фейс. Бля, я серьезно думаю, это вот скучерный квадрат Малевича. Юль, а ты мне поможешь? Юль. Да, пойдем. Пойдемте на кухню. Не надо, да, мусор. Мусоропакет. Я трапезничество заказал. Нихуя себе. А, не там. Я нашла бокалы. Не-не-не-не. А, да, там можно. А что помогу? Что ты хотел? Так, столько девчонок. Можешь проконсультировать, как нам правильно это все сложить? Я парень тупой, блядь. У нас есть салаты. Что с ними делать? Их заправить лучше? Да, думаю. Я думаю, два салата заправить. А ты можешь нагрузить с кастрюли, чтобы мы могли с кастрюли перешать? Кастрюли мы сейчас будем искать. Ну, не во всех. О,
нихуя там слышишь. Там таблетки. Там таблеток, блядь. Есть? О, тут что-то есть, слышишь? Вот, слишком охуенная есть, секундная. А, я закрыл час, извините. Перемешиваем салаты, верно? Да, я вот это отложу сюда. Это что у нас? Ребра пиздатые. Это надо отметить. Короче, алкоголь. Что у нас? Так, никто не пьет здесь. Да, чай. Какой чай здесь? Свет? Никто нахуй не пьет, блядь. Ничего не надо. 12-летний чай есть. Так, я вас оставляю здесь. Главное, не стрельните ничего опасного. Главное, ничего, не стрельните. Чат, ждите, наблюдайте. Включи общий. Так, чат. Так, это у нас салат. У нас дохуя еды, я вижу, да? Дохуя. А вот это, я думаю, подогреть надо лучше. Я не знаю, что да, это. Да, я не понимаю, что это. А можно греть в этой хуйне? Это лазанья, что ли? Да, да, можно. В этой можно, да? В этой можно греть. Да. Она же специально для грева, да. Ёбнешься, да, я, блядь. Я открыл для себя мне только что вселенную. Так, салаты. Ой, извините. Я мыл, кстати. Ну, я здоровался со всеми. Собчат, поставь. Мне просто нет смысла, наверное, себе второй салат. Я через горку буду. Так, воду я пойду заберу одну. Работает, Артур? Ебать, гений, блядь. Настроил, видите, ПС-очку. Теперь типы будут... Блядь, я провод не взял. А не взял, да? Один. Нормально. Но... Спасибо, брат. Ставь где-то вон там. Артур, давай стол перенесем. Давай. Ставь туда, просто где-то поставь воду. Не-не-не, вот тот. Вот этот сюда, типа. Я не понял, бля. А что это за экскурсия там? Платные. Я там нашла такой классный толкан. Что за экскурсия, блядь? Мы спальни осматриваем. Ну понял, осматриваем спальни. Да-да, давай, осматривайте, блядь. Осматривайте, давай, блядь, осматривайте. Там внимательнее там смотреть. Хорошо. Работает все? Лучше, блядь, лучше. О, нихуя! Куда его? Я, знаешь, думаю, букву ИТ поставить. Просто так, он раздвижной, слышишь? Вот так? Мы будем раздвигать. А ну, дерни его. Сейчас там... Там закляпы должны быть. Какая-то юбка должна произойти. Чат, извините, что не удаляю вам время, но надо подготавливать день народжения. Прошло 1000 лет, вам же не... Подписывайтесь. Оп! Ух, ебать, меня. Так, я тряпку найду сейчас быстро. Там куда еще вот столько часов ты осталось? Надо. Да чисто запас. Что это все, блядь? Мы, по-моему, раздвинули больше, чем вот. Парни, смотрите, что я нашла. Что? У меня такая на работе есть. Когда какие-то рабы. Что-то поставили? А, знаешь, откуда эта штука? Это один стол. Руслан. Это там, скорее всего. Скорее всего, да, туда снизили. Но там она соединилась. А, тут камера есть? Да. Да. И они работают. Включить. Я думаю, мы их так и сделаем. Так это бонго, а не бонго. Что, как дела? Бонго, это как бонго танц. Нет, у нас тут пятеро. Как дела? Снимай меня близко. Где ты, где?
Может, а, ты заряжаешь, да? YouTube, а что есть. Ты хочешь? Wi-Fi, во-первых, надо, во-вторых, YouTube. Wi-Fi в настройках в сети. Окей, а YouTube? YouTube можно зайти, там браузер есть тут. А, через, только так? Типа через, нет, брау... через сеть сначала. Включи Wi-Fi, и там есть браузер. Простой. Никакое. Не, оно думает, оно долго думает. Девчонки, боже, ебать, я как будто, ебать, как будто на цеху, мы работаем, работаем. Так, хорошо, это все, конечно, круто. Узло, это ты хочешь нас проверить, чтобы вы работали. Да, это круто. Хорошо, что мне нужно сделать? Не понял, блять, осуждаю. Злой, ты дурак, там есть отдельное YouTube, не тупи, там есть отдельное приложение, пацаны говорят. Отдельное приложение есть, но надо интернет. Надо, да, два стула. Я так и хочу, но мне никто не даст отдыхать. Что ты куришь, ёсып, сука? А подсвечки, знаешь, как на старых фотографиях, где себе фоткали? Так. Не разумею. Хорошо, вода. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, никто ничего не видит. Ты Ютуб ищешь? Там есть отдельное приложение Ютуба, должно быть. Где оно, чат? Вправо листай. Вот, мультимедиа? Да, да. Только смотри, САП не поставь ничего. Второй стул. Ну, Руслан. Ой, извини. Спасибо, Женя. Так, я проверю, приехал ли кто-то, а то вдруг мне кто-то звонил. Это так же самое будет стоять, да? Все нормально. Хуйню будете писать в чат? Вырублю стрим. Я вам сказал нахуй. Хуйню будете писать? Вырублю. Я вырублю, блять. Прям сейчас нахуй. Второй этаж. Так, я на второй этаж покажу типам. Что это? А это сигнализация, чтобы не спиздили телевизор? Не будем? А ну давай, включай мне. А там твои вещи в комнате, рюкзак? Там диван для секса. Артур, это ты там вещи свои поставил? Да-да. Ты на резюме. Там еще 4 спальни, потому есть время. Ебать, грязный тип. Давайте я что-то помогу вам, я хочу помочь вам. У тебя день рождения. Нет, мой день рождения, гости должны отдыхать, я должен работать. Давайте я помогу вам. Что помешать, кого? Скажите, кого мне перемешать? Это она такое готовит? Ебанешься! Ебать охуенно! Так, я мусор куда-то складу, чтобы он нам не мешал хотя бы. Посмотрите, сокоблюд, ебанешься! Ебанешься. Мясо тут, а тут, там такое мясо. Сегодня будет такое мясо, бля. Упал жирочек. Открой чат. Откройте чат, я хочу показать второй этаж. Оу, воу, воу. Басы, вау. Сейчас еще Саня колонку привезет, вообще будет. Воу. Я там еще не включаю. Так, а где они лазят? Пойдемте, я вам покажу второй этаж. What the fuck, я молодой тупак. Что у нас тут? Ебать. А что тут такое? Ой, выруби мне, включи мне сапчат. Включи мне сапчат, пожалуйста. Включи мне сапчат. Сапчат, быстро включи мне. Включи мне сапчат, быстро. Блядь, пацаны, я не могу открыть для вас чат, потому что у меня телефон нахуй взрывается. Я не могу открыть, у меня телефон лагает, пиздец. У меня лагает телефон, у меня очень лагает телефон. Пацаны, на телегу подписывайтесь. Бля, я ебал, а что тут за грязюка? Тут чисто. Алина! Алин! Сейчас. Алина! Алина! Алина!
Иди, иди сюда на секунду. Нет, иди сюда. Алин! Алин, иди сюда! Блин, иду, у меня гипс-то забыл! Алло, здравствуйте! Присаживайтесь, вы на собеседовании. Берите стульчик, берите стульчик. А я не хочу на стуле. А где вы хотите сесть? А я вот тут посижу. Короче, работа плохая, вас, так сказать, хотят уволить. Ну, такая плохая, типа... хуёво справляетесь своими заботами, как бы. Я могу по-другому справляться. Ну, и как же вы можете справляться вот не чисто? Ну, с другими заботами. Ну, у меня есть такие немного. Это вам что-то говорит? Ну, вот это между ножки прощелина, так сказать. Ну, можно, конечно, обсудить это как-нибудь. А вы умелая, мадемуазель, как бы? Я не знаю. Можете как бы проверить. Угу. Да, прям здесь? Ну, так слишком светло как-то. Мы можем приглушить свет. На втором этаже есть прям такая ванная, такая прям... переместиться туда, да, ебаный себе. Я все, угомонись. Надо сейчас расставить все на место? Да, и кое-что у меня на место бы поставить. Ну, там, где ему место... Я вообще стол очень удобный, по-моему. Да? Да. Так мы, может, позже зайдем? То есть ты орал, чтобы я со второго этажа с гипса пришла к тебе для того, чтобы мы поговорили? Да, да, это я, спасибо. Ой, я не буду его снимать, слышишь, он голый, блядь. Почему-то тут всегда много голых. Оп, я не понял, это что было? А что вы там делали? А, ролевуха. Собеседование проходили. На Твич? Так, подождите, а что вы придумали? Там закрытое, понял, да? Блин. Что закрытое? Ну, не показывай. Ой, что там? Короче, здесь пришел, налил к тебе попить, здесь кушаешь. О, ебать вы гении. Я пойду вверх, покажу типам. Юля на первом этаже. Эксома. Почему-то много детей. Я тоже хочу на второй этаж. Да, пойдемте в ванну. Пойдем. Бля, чуть не упал. Ничего. Посмотри. Да? Так тихонечко, а ты тоже не надо меня снимать. Не надо. Артур, блин! Ты не снимаю. Ты что делаешь? Я не зразумею, блин. Нет, это вообще самое прикольное. Для чего? А? Для чего же она прикольная? Для чего она прикольная? Все, отстань, не совращай ребенка. Осуждаю. Ей 18 вообще-то. Ну что, идем? Ей 19 вообще-то. Добрый вечер. Добрый вечер, я диспетчер. Опа, не уладится. Что-то закрыто, а у меня всегда открыто. Опа. Санта. Короче, это второй этаж. Нет, это нельзя делать на камеру. Ну, конечно, нельзя. Тут полы с подогревом, ребят. Тут везде грязюка, везде. Просто очень много спальных мест. Нет, это год на дворе. Ванная, еще одна. Ой, блядь. Пацаны, сори за сапчат, у меня просто телефон нахуй умрет. Пойдем, 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 грязюка. Ой, нет, это лучше, здесь кровать больше. А ну, запрыгни на нее. Ну, как тебе сказать? Оно мне нравится. Ну... Да. То, что видит он. Уйди. Здорово. Да нет, ни в коем случае тут никакого сексуального подтекста нету, так сказать. Ну, какая милота. Да, тут очень красиво. Фу, не издавайте звуки. Ладно, я съебу и нахуй отсюда. Здесь сложно как бы сдержаться. Сдержать свою грязюку. А ты меня забрать не хочешь? О, посмотри, как красиво. Ты
Сэн, руку? Да. Зачем? Блин, ну Артур. А, это потому что у тебя нога? Да, блин, извини. Представляешь? Все, ладно, ладно. Это из-за ноги, да? Она из-за ноги? А как ты так умудрилась его поранить? Я ее долбанула об железный станок. Санта... Что? Еще здесь? Так, вот это... А, возьмите все эти сумки, отнесите в гардеробную, чьи это сумки. Давайте их отнесем. Я тоже отнесу, чтобы тут не было ничего. Это что? Это кто-то с собой брал. Давай. А мне кофту с Джиджи Бэт привезли. С Джиджи Бэт. Сейчас скажу, все, я сильная независимая. Все, я сама все могу. Снова я напиваюсь. Да. Значит, я вообще работаю, мне сказали. Я как бы человек новый, я не в курсе. Она мне сказала, я работаю вообще до 9 часов. После 9 часов меня уже не было. А, вы уже все спите, да? Да. Значит, если нужно помыть посуду до 9 часов. Не, ну это завтра уже, это уже завтра все. Значит, 500. Если надо посуду и полы, значит, еще. Хорошо, хорошо. Да, все хорошо. Если что, у меня ваш номер есть. Да. Все, хорошо тогда. Хорошо, спасибо. Я больше не прихожу. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Пацаны, это официант. Что такое? Пожрали уже. Пожрал. Кто жрал, блядь? Бля, вот это, я надеюсь, вкусно, да? Его греть надо или нет? Я пожрал, но можем еще раз сделать. Артур, а ты признался, что это не съемный дом, а это ты просто достроил свой? Нет, я не говорил, что я купил. Я пальцем тыкнул. Так, что у меня по времени? Так, я не понял, где все, блядь? Всем привет, как дела? Мясо в Я думаю, греть еще рано? Ну, хотя, в принципе, да, греть рано же. Сколько времени? 20-25. Ну, только в 6 все приедут. Может, мы сядем за стол? Да, просто поедем. Посидим? Хорошо. Пойдемте за стол. Почему там, если ты здесь? Что? Кто? Ножик? Я думаю, да. Пойдемте за стол сядем. Посидим. У нас день народжения. Да, я мыл руки обязательно. А вы мыли руки? Да. Собчат, пускай стоит, потому что у меня телефон взорвется. Тебе ебет, блядь? Порван он, и что, блядь? Денег нет на новый, блядь. Чат, подарите денег на носки. На носки. Житомирский такой, хороший. Артур! О, это удобно, понял, типа. Это сразу что? Вместо салата. Да, помягче, типа, удобно все сразу. Никогда, никогда, никогда. Со стороны как бы виднее, понимаешь? Зачем это делать? Я же смущаюсь. Что ты делаешь? Что ты? Я? Да. Ничего. Я уже немножко пил сегодня. Ну тоже. Водить? Немножко мы смотрели. Мы смотрели твой стрим, можешь или открыть? С тобой? Там открытая стоит. Можешь открыть? Там открытая стоит. Тебе открыть воду? Снова га! Напиваюсь, снова говорю пока. А когда подарки смотреть? Можем сейчас. Сейчас я приду. Это они меня заставили стримить. Я сам не хотел, блядь. Ну ладно, все приедут, я вырублю. Братик, садись сюда. Пускай меня не снимают. Что там? Там кайфово.
Романтично? Романтический грязюка? Романтический холод. Романтическая грязюка? Надеюсь, злому Надер подарит секс. Так, я не понял. Что, а что это к тебе? Знаешь, сколько девчонок здесь будет? Я смогу выбрать. Мой день рождения, блядь. Что хочу, то выбираю. Мой пенис, мои правила. Так, мы не пьем. Мы пьем только воду. Даже без газа, мы за ЗОЖ. Да, я сейчас возьму свою фритюрную. Что есть покушать? Юля. Хватит жрать. В смысле хватит жрать? Я сегодня только ела какую-то кашку. Это съедобно, да? Что это? Блядь, это с домом шло. А вдруг это оформление, типа? Это как реквизит. Какое-то мясо. Это булка. Какая? Смотрите, что у меня есть. О, я где-то это видела. Мы видели, да, в чатике. Неплохо. Это не то, что было на той прошлой паре? Не, это на днюху чисто, так, я ж юдишка. Как же она вкусно пахнет. Ты про слойку? Да, слойка вкусная. Да, мясо его, вкусно, да. Пахнет, да? С бананом. А вы уже кушаете? Садитесь за стол. Ты должен самый главный за стол сесть, и потом все кушать. Молитву прочитать. Я оставляю чат на вас. Алина, а, на стол. А что сразу я? У меня рот занят. А у меня нога. Ногой будешь на столе танцевать? Там можно просто лежать. Короче, все должны на 6 были приехать. Это мы приехали такие умные. Ну, я знаю, на 5 на 6 надо. Но все приезжают на 6. Мы приехали раньше, чтобы дома не купить просто. В этом и была задумка. Да, какая еда вкусная. Вода вкусная. Ну, что, вода бесплатная? Ну, да, сколько там заплатили за... За дом? За воду? Я усажу 25 кентипов. 25? Да никто никак не сядет, мы будем стоять. Как-то я очкую, блядь. Как-то я очкую. Расслабься. Диванчик вон есть, вон еще где-то. Расслабься. Что? Ничего. Давайте подарки берите. Так еще рано. Хотите посмотреть, чтобы я посмотрел на подарки? Так, а просто вообще? Там, просто да потом будет много людей. Людей. Ну, давайте, давайте. Давай. Давайте. Что, дарим, да? Все? Да. Неси, а я скажу, скажу тост. Давайте, вот здесь. Ты потом мог бы отдельный стрим, распаковка подарков. Юля. Ты садишься ему на коленко, я рассказываю тост. Дядя, серьезно? А нет, давайте, ты хорошую идею дал. Не дарите, я не буду смотреть никакого. Если я сделаю стрим с подарками, я кто-то подарю. Ты не будешь смотреть? Ну, я не знаю, как можно сделать. Ну, типа. А почему нет? Давай. Давай тост. Короче, самое главное это то, чтобы сбывались твои мечты. Те мечты, к которым ты шел очень долго. И мы запомнили одну твою мечту детства и решили ее воплотить. Пососать пенни? Выключи чат. О, да ну нахуй! Давай, сильнее, ты сможешь. О, ебать, я буду заебывать. Артур! Грязюка! Ебать мой хуй! Все, с подарком. А ты хорошо губами работаешь, я смотрю. Ну и это. Хуя. Слышишь, пусть наслаждается подарком. Я его так выбирала долго. Я думал, он сможет. Ты у Руслана совсем пробовал. Плюс зимняя куртка. Плюс подарок, на нем шарик. Джиджипэт? Я заметил. Джиджипэт, ссылка в описании. Почему я представляю? Все, идешь, включи зимнячку подарок. Давай. Только ты сам открываешь. Я записку писала. Блять, вот гармошка.
Чтобы ты добился еще больших высот, да, а некоторые высоты мы тебе чуть-чуть подгоним, да. Ты боишься высоты, но придется прыгать. Да, да. От смелых Булкиных с любовью и резюкой. Будевей. Блять, вы говорите. Девочку заказали надо? Тайский массаж. Ну, да. Девочка, Баду написано. Удивал. Ты открывай. Полит на вертолете? Да я сам такой геликоптер, блядь. А куда, когда и как? На вертолете? Что там? Что дальше? А там дальше? Над Киевом, когда ты нет, карточку достань. Ты гоняешь на вертолет. Настоящий? Конечно, да. Блядь. Блять, так это так. А теперь ты сертификат на Баду? Нет, не то Баду. Фото. Обменяты на руки. Так, я не понял, это мне не дай. Вообще, мы тебе дарим полет, или на вертолете. Вот это нормально, а вот я скоро не помню, я вас... Так, а сначала на вертолете, потом с вертолета проезжает. Да, кстати. Без страшного. Можно это... Хорошо, деньги. С вертолетом сразу, блять. Знаешь, какой это, в колде, да, вертолет спускаешься. Я буду сегодня смеять. А я, может, сразу с вертолета? И сразу на бутылку? Не, это хорошо. Я думаю, полетать, но я думаю, мы будем летать вместе. Артурчик, там на три человека есть. Три кента? Да. Ебанешься. Или один Тимур. Артур, а куда мне их складывать? Один Тимур, да. Куда мне их складывать? Кого, подарки? Ну, открытый, не знаю, нам отличие место. Не, ну мне не выйдет. Давайте я тебе еще дам таблетку. Давай. Все. Ну что все? Женя, не знаю. Женя, мне тебя сколько. Ну, давайте я... Охуенно! Ты можешь вот так трогать. Сколько это надо? Двинь или надо? Вот Йосип. Со стрима тебе. Можно я спрячусь куда-нибудь, пожалуйста? Можно. Блять, не спрятаюсь. Подожди. Охуеть. Подожди, Артур. Покажи свои умения. Где мы спрятаем? Можно ТикТок снимать. Кстати, новый ТикТок. Алина, на. Давай. А можно мне водичку? Я только не на... Да я знаю! Так я же это угли от тебя. Нет, мне просто... Так это любая есть водичка. А, тебе водички? Да. Как вам мое умение на гармошке? Рот рабочий. Вообще гармошка это самый простой музыкальный инструмент для... Вообще, для изучения. У меня есть йо-йо и гармошка, блядь. Боже, все лучшие подарки просто... Я устал, так. И пижамка классная была, да? Вот, не будешь курить, а будешь дуть в эту гармошку. Сильно. Вкус есть. Я с собой взяла. Так, никто не звонил, не писал? Едем злой. Я везде, куда приезжаю, беру всегда свою пижаму. Потому что ты спишь, и ты как дома спишь. Ну, блин, сюда я не брала пижаму. Я у тебя оставила. А, надо было сюда. Да. Да хорошо. Будешь бьет. Наличик снимешь и все же. А там, кстати, есть инструкция, там типа аккорды или как выдувать. Инструкции на коробке? Да, ну, да там, похуй, там это талант! Талант! Нахуй вы мне ее подарили, я буду не играть все утро, да, Артур? Можно записать урывок и поставить на донат, короче. Блять, грязюка! В эту или в ту? В эту. В эту? Да, на тебя. По губам. Видишь, как я умею языком работать? Губами именно. Я сделал вид, что это обращение не ко мне. Ты не интересно, да, откуда у нее такой скилл? Нет. Я хорошо работаю языком. Это прекрасно. Я покраснела, да? Сильно?
Блять, Руся! Представь, что это у него не гармошка. Все, отвалите, пожалуйста, не надо. И все, я ее в рот больше не возьму. Да, да. Бля, ну она такая классная, блядь, это пиздец. Она пока лежала дома, у меня такое было совращение попробовать. Но... Да. Но я не брал ее в рот. Я иду, я помогу. Так, у тебя другое дома лежит, что-то не пробовал. Там все нормально. Да? Чатик разъебался немного. Говорят, ебать, это теперь каждый стрим это стрим. Давай, кулачок. Я куда-то не могу, я подсказку, я не нашла. Ну, вот у меня только что кулачок не дала. Ах! Там бывших палит. Ооо, шутки про бывших. Сейчас Саня приедет еще. Саня уже подъезжает? Да. Можно, да, правильно? Ой, блядь. Все только что ходили на улицу. Ебать, ебашим на гармошке, пиздец. Фу, блядь, я аж вспотел. А? Так, 6 часов. Я сейчас спрошу, когда все будут. Я думаю, сейчас приедет большинство и уже будем начинать. Остальные подъедут. Культурная программа, как на свадьбе. Музыканты. А где там? О, дед придет. Тебе мне кажется, что мы не поместимся. Конечно, нет. А есть еще стулья? Да мы не будем сидеть за столом. Мы не будем за столом сидеть. Я не хочу, чтобы все сидели за столом. Я хочу, чтобы все тусили. Похуй, типа как и что. Там Вы на подвале были? Чего? Нет. Еще не спускались. А что в подвале? Идите за лестницу, все вместе спуститесь, посмотрите. Он сегодня одет как Кристиан Грей, а там будет у него красная комната. У меня просто интернет там не ловит. Заинтересовал. Ты со мной хочешь остаться, да? Я просто ногами, тяжело спускаться. Что? Ничего. Тяжело без меня спускаться? Конечно. Вообще что-либо тяжело без тебя, понимаешь? Ну да, у меня много чего тяжелого есть без меня. Ой. Ну, да не, просто так. Куда они пошли? На подвал смотреть. Ты уже потерял гармошку? Я не буду не играть. Но она классная. Ебать, я буду треки писать. Я думаю, никто не расстроится, если она случайно в озере утонет. Нет, блядь. У меня когда-то была кукла в комнате, он ее потом пришел и спрятал. Он говорит, она не твоя, она не будет у тебя в комнате. Она не будет. Она всегда со мной стояла на окне, блядь. Где кукла? Хозяева забрали. Забрать сказали, куклу? Дорогая. Я так обиделся. У меня кукла, моя кукла, блядь. Она на хате была. Сначала ее боялся. Она проклята. Она приносила мне удачу. Ну, может, и была проклята, потому что, когда была кукла, я никого в комнату не водил вообще. Ну, слушай, сейчас такая же ситуация, но куклы нет. Только без куклы? Пацаны, хочу вам сказать то, чтобы вы... Сейчас будет... Байт. Ребят, я хочу, чтобы вы подписались на мой телеграм-канал, потому что я закончу стрим и будет только тут, а грязюка, вот она. Злой грязюка, блядь. Подписывайте, давайте 60к добьем, 60 тысяч можно добить? По-братски, блядь, 60 тысяч. Вы куда? Я вещи положить, а я покажу комнату. Так, я не трогаю, понял? Хорошо, комнату показать, насколько? Соседи будут стучать? Да. Ну катят ко мне. Сколько там, пацаны? Давайте посмотрим. Я в телеге, я хочу очень сильно телегу себе забустить. Ух, ебать, вы чё, ёбнулись, блядь? Вы чё, ёбнулись, блядь? 60 косарей сделаем сегодня? Было бы очень классно. Ебать, там плюс косарь, блядь. Хочу гостей показать вам, и всё. То они, видите, скучают, нам надо уже, так сказать, грязюку делать. Именины, блядь, гармошка, ебать, я буду с гармошкой, пизданешься. А там есть футбольное поле, слышите? Там есть... Не-не-не-не, лучше... Брат, лучше не надо, там есть футбольное поле. На улице. Ну, уже темно, да. Да, утром как раз все будут играть.
сколько в телеге типов? 59 тысяч! Ебать, вы что там, ёбнулись? Мне с Алишером, кстати, Алишер у меня на днюхе. Давай, Алишер, пей! Пей и пой! О, Элджей, привет! Привет, брат, привет, как дела? Хорошие пятюни. Элджей, Алишер! Ой, хорош, брат, хороший. Ты ебло утиное, блядь. Ты аквариум разобьешь. Ловите, пас. Пас. Да, у меня сегодня все. Так, я сейчас репост на сторис телегу. Сколько там у меня в те... Бля, ебать я красавец, пиздец. Ебать я сильный красивый. Шесть. Мапки, спасибо, брат. Почти 60 тысяч, пацаны. Еще немножко, 300 человек, по-братски. По-братски, блядь, зафалуйтесь, блядь, по-братски, блядь. Скоро начнем днюху, сейчас все подъедут, и мы будем делать резюку. Сегодня день народжения у мене, хлопцы, как вам? Блядь, вот, хотите всех собрать бы, нахуй, с чатом? 25 тысяч человек тут уместить? Не, 25 не, ну, 200 даже не уместишь. Убери залупу прозрачного экрана. А я не знаю, как его убрать. Я не знаю, как его убрать. Я хочу ссать. Сука, типов. Пацаны, еще 40 типов. 40 типов. Не понял, куда он там подкатывает? Мы пойдем с ней на улицу. Да, мы на улице. Я не понял, с кем ты там на улицу идешь? Я экскурсию проведу. Ты подорвался. Да нет, просто с вами интересно пройтись. Да мы вдвоем справимся. Да я понимаю, ну, ты, у тебя же нога больна, надо помочь. Да мне помогут. Так я за этим иду. Да у него налистник в руке, он не сможет помочь, надо две руки. Блять, оба идут возле меня, и никто руку даже не подает. Да он кушает. Куда ты ведешь, уебище? Пригласил на днюху, блять. А теперь мне опять нужна ручка. Блин, Артур, держи крепко, я выкину. А я? Держи. Держит он. Так куда вы? Мы на улице. Прогуляемся. Мы хотим на веранду. Так вот же и выход есть. Она там будет. Так грязно и холодно. А ты мою курточку не взял? А можешь взять, пожалуйста? Она такая сильная. Давай каблук, блядь, быстрее работай. А ты не хочешь обуться? А я не пойду. Ну ты же с ним идешь. Хорошо. Так легко. Артур! Артур! Открой, открой, открой ворота. Там ребята приехали. Да, брат. Не-не, я же на айфоне стримлю. Ой, на другом телефоне. Заезжайте, сейчас вам ворота откроют, слышишь? Заезжайте и заходите, брат. Давай. Подпишись на канал, субскрайб. Привет, собрал. Сейчас, они, пацаны приехали. Они мне уже, кстати, подарили подарок. Какой, я не скажу. Но очень грязно. Ну, что они там хихикают, блядь? Что там хихикаете, блядь? Что там хихикаете? Выйдите, выйдите. Куда? Туда. А не, вы не выйдете, да. Вы что хихикаете тут? Че он хихикает? Че хихикаешь, блядь? Че ку... Алло, вернитесь! Ну похуй, я с вами тогда. Дай заработал. Хихикают, блядь. Че хихикаем, блядь? На столько мэри, и тому будет басно еба. 60 тысяч есть в телеге? Телегу, блядь, нафармили? Нафармите телегу, пацаны, по-братски, подпишитесь, спасибо. Спасибо всем, кто подписывается на телегу. Грязюки там... Ой, рекламы там нету, грязюки, да хуя, блядь. Ну, это еще зря написано, злой грязюка. Ну что, я думаю, сейчас... Вот Артур... Ну, у нас уже большинство, я думаю, будем начинать. Да, ты уверен, что у нас большинство? Подожди. Ой, блядь, я еще... Нас меньше. Да? Я сейчас посмотрю.
Сейчас я посмотрю. Сейчас я напишу, посмотрю, сколько кто куда едет. Ну, Артур едет, смотри, смотри, уже едет. Артур уже здесь. Там дед за рулем. А, нормально вам там, да? Никита едет. Диана. Ага. Не, я думаю, все, мы начнем прямо сейчас. Я думаю, Артур сейчас зайдет, да, и можно начинать. Да, все, пацаны, скоро конец стрима. О, да, машинка заехала. Заехала? И будем. Я уже спать хочу. А. Ваше здоровье. Водичка. Сегодня будет 18+, в коллеге, в телеге 18+. Резюка. 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 Сюда. Сюда. Так, я хочу просто уже начинать, я не хочу уже ходить, я хочу уже сесть, и чтобы мы уже начали разъебывать. Ну, сейчас пацаны поздравят. Сейчас сядем, я сейчас позвоню поедем, еще ребят, Ваде и спрошу. Сюда. Дай поедем. Пробок нету. Да, я думаю, Вадя уже в пути, он тоже недалеко. Типа, я ему сейчас позвоню. Вадим с Наташей? Да, они вместе едут. Да, вместе они, да. Алло, Вадим. О, шиперы. Долго? Долго вам? 20 минут есть, 30? Все, ждем, давай. Хорошо. Давай. Дед! Ты с тренировки Банчик приехал? Пришел. Банчик пришел! Бля, все, у меня телефон сел. Ой-ой-ой-ой, резюка! А что вы там привозили? Что вы напривозили, блядь? В смысле напривозили? Тапочки там какие-то, здорово, смотри. Это маршал? Ууу, брат. Я положу сюда типа. А у меня что, поломался? Стабик сел, да. У меня есть. У меня есть. Я стабик сел. Еще раз отдюхать. Спасибо, брат. Как дела у тебя? Супер, не за что. Все охуенно, пацаны. Мы ждем и сейчас будем уже начинать. Тебе понравилось? Да. Ебать, дядь, ебать. Тут рассвел. Заходишь, типа. Я его не щипал. Тут, смотри, что я привез. Да не, я скоро заканчиваю. А, так все равно пусть попробуем. Ой, здрасте, я извиняюсь. Артур сказал взять. Так, чатик, подождите, вас чуть-чуть потрясет. Вернее, не потрясет, а я вас включу сюда. Бля. Сейчас все будет. Ой. Нахуй, уебище, блядь, здорово. Я не понял. Подожди. Вот, снимаю. Давай сюда. Давай. Четвертый. Ты включил его? Конечно. По центру поставь. Все. Подожди. Дай настрою. Это его первый трек, пожалуйста. Так, есть. Да. И вот так. Все. Супер. Изи! Лучший дед. Ты лучший. Конечно, я ты, знаю. Ты, блядь, прям засейвил. Я знаю. Что? Такое вот там. Короче. Резюку. Я вот так вот делаю. Надо делать уже резюку, потому что гости приходят, а я еще с вами бавлюсь. С вами уже целый день, но надо уделить время гостям. Тебе на камеру я буду это делать. Ты все показал? Идем прогуляемся вниз, я покажу приколы. Подожди, сейчас надо. Пацаны, спасибо, кто подписывается на телегу. На телегу обязательно подпишитесь, пожалуйста. Только в телеге сейчас будет контент после стрима, блять. Подпишитесь. Сколько в телеге уже? 61 тысяча, блять. А было? А было 45 было. Да всего лишь. Он думал, что он булочка, не смущайся. О, какие же вы красивые. Ебаный снич, блять. Я видела видео, когда там уже там парень комментирует. Да ты ж. Юля, еще мне отверкать будет сегодня учить. О, жалко, что пацаны не увидят. Только когда уже в бассейне будет. Да, Коля, хотя бы что-то. Там же потрясет. Ну что, она же бы не трясется. Ты купальник взяла тот черный? Да, длинный? Да. Ну тот, который так вот делает. Ну просто не падло было ездить покупать. Не то же. Тем более, ТЦ не работает. Правильно, блин, столько стресса купить новый купальник. Я бы купила себе Nike просто такой, знаешь, как школьница, вот так и все. А прикольно вот эти штучки. Опа-опа-опа-опа, подожди, родная. Забивай! Подожди, блядь, забивай! Блядь, дед, давай пукать, блядь, что тут это, блядь? Вырубай, ну наливай, опай нахуй! Иди, зыщи.
ебать, блядь, насыпал, блядь. Дядь, там классно. О, Алина, пришла, сейчас письки будем обсуждать, 100%. В смысле? Там, короче, там есть спуск, и, короче, возле этого спуска есть мостик над водой. Блин, это круто. Да? Да. А где Олег? А чего вы так долго, я не понял? Какой Олег? А, ты даже не помнишь, как его зовут? Алё, его зовут Олег. А что мне сказали, что его зовут Руслан? Его Олег зовут? А, Юля! Я говорю, Ильдианыч, мы говорим. Я хотела гулять с мальчиком, которого не знаю, как зовут. Что это за кибератлет? Все курить пошли. Курят на улице? Не, не на... Спускайтесь под лестницу. Под лестницу спуститесь, посмотрите, что там. О, а тут мягко. Чтоб тут все были, бля, мне похуй, бля. 65 тысяч, чтоб сейчас тут было, бля, грязно. Быстрее, блядь, быстрее. Стоп! Ну да. Спасибо. А что? Давайте. Как тебе, а, дед? Такая сука, блядь. Есть теннисная ракетка? Там должны быть, там и бильярд, и теннис есть. Да, все, раскатаем. Как вам? Что ты? Как вам? Жестко, там. Офигеть, иди сюда. Это ты что? Дед, иди сюда. Куда мне съебаться? Кабинет психолога. Да ладно. Бля, пацаны, хотите, я вам покажу кое-что? Нет, нет психологического кресла. Дед, смотри. Да, давай. Дед, ты сейчас охуеешь, что мне подарили, дед. А ты умеешь спрашивать? Не, бля, нормально себе, нормально все. Охуенно! Это у тебя уж такой тебе? Да. Нормально все сделать. Представляете, что он с телками делает? Блядь, тяжело мне играть, пиздец. Давай. Да просто дуешь и все, и получается мелодия. Да. Вообще, это, блядь, это вообще нормально. А что можно спеть? Давай. Просто дуешь, говорю, и красивая мелодия получается. Это типа дорогая херня. Очень. Да, это охуенно. Спасибо, но это я не подарок. Блять, там картина не очень классная. Посмотри на картину, дядь. Да, я осуждаю. Осуждаю картину. Да, поставь. Осуждаю картину. Ой-ой-ой, сука. Артур, можно смотреть? Ты бухло показывал? Артур! Да. Ты бухло показывал? Нет, какой бухло? Мы не пьем, мы уебищи, блядь. Да вот же оно! Блядь, только не видишь, там животное какое-то. Как ты его назовешь? Пенис. Ты не веришь, там животное. Брысь. Открываем? Давай. Ебать! Там чатик, читай. Смотри, вот здесь. Там запретки нет? Хорош! Ничего себе. Я ж на занятиях. Бля. Там по кругу чатик. Много кентов, будь здоров, в жизни побольше пенисов. Бля, нихуя себе. У меня завис телефон. Закрой чат, блядь! С другой стороны, вот, с этой. Закрой чат, у меня телефон сейчас взорвется нахуй. Так жестко. Ебать, а это можно симпл? Это типа злой? Где этот Саня, блядь? Уёбище, говорит. Уёбище. Ой, блядь. Уёбище, блядь. Охуеть. Промо злой, Никин. Ох, ебать. Скинь ссылку на слив. Там фигурка одна стоит. Ты выкупаешься, чего я кадр этот взял? Дядь, ебануться. А как это съесть? Посмотрите на эту хуйню огромную. Ебанешься. Саня, тут ты даже есть, видел? А где Саня? Саня, это пиздец. О, это типа злой. О, это типа злой. И там Эвелон. Нет, блядь, добрый. Охуеть. Нифига. Охуеть. Твои слова. О, это типа злой. Вот, видишь? А я пишу уйо. А кто будет хавать его? А кто хавать его? Все равно надо поковать, пока мы его не похаваем нормально. Все. Ты крюк, ты понял, к чему крюк там лежит, пуджа? Да, к моему хую, блядь, я понял. Помнишь? Звоем, кову.
шикарно. Ебанешься, ебанешься. Там модры, кстати, твои есть. Я видел, Никин, вот, Ищад, Монроки, Картмен, Дмитрий, Булочка, Пчелкин. Не, это жестко. Симпл, Эвелон, Макрица, Индианыч, Рис, Аринян, Никин. Грязюка, блядь. Пенис, слышишь, это ты. А я еще с той стороны не видел. Да, я покажу. Здесь, вот здесь. Его хороший голос. Лея Горная, Грязюка, Михалина, Генсуха, Лол, Эксайл, Бустер. Не, это очень. Мы все заебёшься, как отмечаем, пиздец. Дядь. Это пиздец. А вот этих чувачков, вот смотри, вот это ты, да? Да. Не трогаем. А, не трогаем? Пусть стоит. Я наоборот. Ладно. Сейчас ладно. Мы все приехали, пусть все посмотрим. Ну давай, да. Фотку за... Можешь пофоткать охуенно дать мне? Я могу подснять на видео, потому что со всех сторон это давай, херня. Бля, и... это охуенно было бы. А где мой телефон? Еба, это было бы круто. Это вообще пиздец. Ёсип! Ладно, я буду заканчивать стрим, ребят. Я буду заканчивать. Вот, я не хочу дожидаться всех гостей, я хочу начать уже сейчас. И сейчас я пойду на кухню, попизжу до конца. Короче, я понимаю, что вы хотите увидеть полностью ДР, как оно все пройдет, классно, но... Типа, я с вами и так целый день, люди хотят отдохнуть, я делал это больше для того, чтобы отдыхали другие, чем я. Мне и так сегодня охуенные стримы, сори, что я не могу вас оставить до конца. Спасибо вам за этот день, было охуенно. Классно, супер. Спасибо за донаты, за фоллоу, за телегу. Блять, за телегу, это вообще пиздец. Вы разъебали, я ебал. Я сегодня в телегу буду постить всякую хуйню. Так что 62 тысячи сюда нахуй. Телеграм, подписываемся. Стою на коленях перед ними. Подписывайтесь на канал обязательно, фолловьтесь. На телегу, на инсту, там везде. Скоро будет больше контента. И... Спасибо за сегодняшний день. Я дам рейд Славе и пойду все-таки отмечать с друзьями день рождения. Ждите больше информации в телеге, в инсте, везде. И надеюсь, вам этот день, ну, понравился, типа, он вам, типа, грязюки придет в жизни, много там веселья, радости, блять, всего остального. Я надеюсь, вам, типа, по кайфу, вам понравилось. Вам же понравилось? Спасибо за все. Ждите больше информации в телеге, в инсте, везде. Так, я кидаю рейд на Славу. Как он подписан? Ра и Д. Бус. Дер. Дер. Спасибо вам за стрим, ребят. Рейд идет? Рейд идет. Увидимся. Муа! Разъебали! Еще выпущу видос вам с этой движухи. Все, я иду праздновать. Хорошего вам дня, хорошего вечера. Все, удачи. Разъеб пошел. Хорошего дня, да. Начать рейд.